Вот такая весьма колоритная лодка за нами приплыла. Сейчас мы будем совершать прогулку. Понял, главное. Маник, не упади, плавать не умеешь. Опа. Да. Здесь подальше, я что-то... Вот, суденышка, пошли назад, я там очкую что-то. А там назад, там нельзя прорулить? Алло. А у него мотор слабый, там 40 да. Кента стоит. Да. Для такой лодки тут 60 кайфа. Ну, чтобы утонуть, нам хватит. Нет, это для колорита, создания атмосферы, да. Кальян, вон к тому мужику в черной этой. Вон он торгует. Он забьется. Черной смертью. Он легально продает, курит. Ну как легально? Не совсем легально. Полулегально. Ему надо красную бандану надеть. Нет, да. Арафатку. Ее красную арафатку надо одеть. Не красную, а как раз черную. Красная — это просто бандана. А, красную — это нефтяники, да? Для... Ну что же. Вот наш водитель нашего лимузина. Взрослый вот такой. А ты не с нами, да? Чего? Наш гид нас бросил. А что это женщины с мужчиной остались? Они... А, здесь нельзя перегрузить, и две девочки. Мы их забыли. Прощайте, девчонки. Прощай, гид. Надписи на лодках не по-русски, непонятно, что написано. А он на солнышке. Мы как отплывем, как сразу будем возвращаться. Да, руками. А там в Ниве крокодилы вообще-то водятся. Нильские крокодилы есть же. Там что-то пожар, что-то горит. Ого, вот это. Давай, шеф, газку подбавь. Весело у них тут. У них меня крокодил кусок. Так и будет. Швартуемся!
Безумные гонки на катерах. На невероятной скорости. Да. Чайки. Что-то не вижу. Титаник, правильно назвали, это корыто. Швартуемся. Два человека по бокам, ничего страшного. Честно, прибыли мы на место назначения. Аккуратно с головой, пожалуйста. Прыгать с головой? С корабля. Сколько? $1. О, не надо. Да, $1. $1 с корабля. $1. Пошли быстрее от корабля. Что по одному? Вот. Уже с малолетства начинает по $1. Все.